أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر رب تمن بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنس والجان وأنطق لسان الإنسان بأنواع الفصاحة والبيان ونور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعظ آيات القرآن كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمان قردشلر الله تعالى هر باشا بزغدا بزك دنيا بخط خم درجس بلا كرسن غيبالت ربزن قبول قلب غنخ ربزن قفو قلا كرسن اتكن هر بر خمت سنة لربز الله سبحانه وتعالى إرشب هر بر خمت سنة Hem de ki salavat şerifelerimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasiplar bulsun. Muhterem kardeşler, Allah Teala inşallah bizni zorlasın dinimiz bilen. Çünkü din bilen zorlanmagan kişi başka bir nerse bilen de kütereli hem zorlana almay. Şimdi bilgenimizce muhterem kardeşler, bizden hazır şimdi bilgili bir kisetüler gitti, şulay bir koronavirüs deyken nerse gelip çıktı. Bir küp avruçular barlıqa kilgen kızanışa karşı Meskev'de de Европа илләрендә Кытайдан чыккан нәрсә иде бу? Хәзер инде Кытайда битеп барады, ягъни кимеп барады, ләкин башка илләрдә бу әле артагына. Төркиядә дә менә беренче мусламан илләрендә булып, Төркиядә барлыкка килде, рәсми рәвештә бер авыручы. Шуңа күрә инде Казанда да бар бер кеше авырган кеше, бәлки күбрәктер дә булырга шулай бит. Менә шуның өчен инде билгеле бер саклану чаралары да таләп ителә бу очракта. Нинди саклану чаралары? Монда, мөхтәрәм кардәшләр, сөннәт буенча яшәргә кирәк. Менә иң яхшы саклану чарасы сөннәт буенча яшәү. Бу нәрсә дигән сүз? Бу ашар алдыннан кулмаю, ашаганнан соң кулмаю. Бу сөннәт. Авызны чайкау ашаганнан соң шулай бит. Авыз борынны чайкау тәхәрәт вакытында, чөнки Бездә тәхәрәт ул шушы авыруларга каршы бик яхшы профилактика. Авызны чайкаган вакытта тамакны чайкау. Кай вакытта авызны гына чайкыйбыз, тамакны табыз. Шулай ук борынны чайкаган вакытта суны әйбәтерәк итеп алырга, борынга. Шулай бит ишкәрәк кирсен өчен, анда борын белән авыз ташкан җиргә кадәр кирсен өчен яхшылап итеп сиңгерергә. Иртә белән торганнан соң борынны әйбәтләп сиңгерергә, су белән чайкап, ни өчен? Без сөйләгән екпаның турында, чөнки төнлә шайтан монда йоклый икән безнең. Шайтан кереп, менә монда йоклый. Шуңа күрә иртә белән торып сиңгергәндә, анда нәрсә яшел, сары, инде генә төстәге чыкмаганда шулай бит инде. Үзегез күргәнегез бардыр инде, сиңгерсәгез, иртә белән сиңгергән атмагыз. Чөнки ул көне буе җыела, ул үлеккә әйләнә аннан соң. Менә монда иртә белән яхшылап сиңгермәсәгез, аннан соң ул авыруга китерәчәк. Бу сөннәт. Бу сөннәт, моны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм эшләгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тешләрен чистарткан вакытта теш мисвак белән мисвак, мөхтәрәм кардәшләр, ул теш чистарту өчен иң әйбәт әйбер. Теш щеткасы, им ана шушы тешнең казнасын десна дибез инде, массажламый. Ә мисвак массажлый. Әгәр дә теш казнасы яхшылап массажласаң, кан йөрешен яхшылатсаң, эмаль калыная икән. Эмаль восстанавливается, русча әйткәндә. Әлеге менә яңа гына ачыш бу галимнәрнең. Шуңа күрә дә әйбәтләп тешләрне юганда һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тешләрен юган вакытта мисвак белән ул телендә чистарткан.
тамағында чист тартқан мисвақ білен. Әйтелер бит рекламадат деген, тілдерегізді не чист тарттығыз тамақында деген. Пеғамбәрі соған түшінеген әтігіл, тамақларында чист тартқан. Мені бұл, мұқтарам қардашылар, бек яқшы профилактика. Енді есенешерге ме, ек ма кішілер білен? Қол беріп. Пеғамбәрі соға сәлемейті, қол беріп есенешкенде гынақлар бітеді. Шоңа көре біз мұны тоқтата алмаймыз. Гынақлар бітсін. Шолай бітінді. Гынақлар бітсін. Әмі ашаған ішкен уақытта шолай бітінді қолларына юруға керек. Пеғамбәрі соға сәлемінің тішкіргенде, жеткіргенде кеңеші бар, ауызыны қаплау турында. Пеғамбәрі соға сәлемінің тішкіргенде, яки киімі білен қаплаған болай, я болмаса қолы білен қаплай тұрған болған. Шоңа көре тішкіргенде, жеткіргенде шолай оқ қапларға керек, әгер сен ауыру болсаң, башқаларыны ертмеске. Бұл да сүннет, құтарам қардашылар. Һәм әлбетте енді Пеғамбәрі соға сәлемейді, ауыру болған жерге бармағыз дей, өзегізде ауыру болса, аннан шықмағыз дей. Ауыруны таратып ермес үшін. Наш үшін дей сүннет қағидаларын шолай бит қабатларға қолданырға тырышырға керек. Әлбетте енді деге жиллету, һәмдәки хаваларны жиллету, нету, бұлар бітінісі дей енді шолай оқ медицина бойынша мұны қолданырға бола. Соған ашарға мы, юқ мы? Мәшетке жерген жерге соған білен келерге ярамай. Фәрештәлер мұнды жерден қашалар. Соған сарымсақ болған жерден жылай. Соған көре бір медик сонды кенгеш бере, соғаны чайына башамағы, сарымсақны. Чайына башамағызды, әжетіғызды. Тегізді, етіғызды. Ол ішкәді файда бере, хәм еседі болмайды. Соған көре мұна шылай қолданырға мүмкін, әмі енді мұнда екінші жымғаға қазір сарымсақ соған ашап, сасып отырмағыз. Мен өзім ес сезмейм. Өз сезмейм, но көзден яш ағырға мүмкін. Жылай бет, анасы мұнда қарап оқып болмай. Хәм яныңызда кішілерге отырғанда да оларға оңайсыз болырға мүмкін. Мына шундай мұхтарам қардашылар, кеңесшілер, қағидалар бар. Шуңа көре енді бұларны өтерге тырышырға керек. Хәм бүгін де мұхтарам қардашылар, біздің мағазымыз бағышлана сәлеметлікке. Нинди сәлеметлікке? Хәзір өзегіз мұхтарам қардашылар көрерсіз. Пәйғамбәрібіз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Күллү сүләмә минәннәси алейһи садақа". Хәр бір тәннің ағзасынан, буынынан садақа берге керек. Сәләмәт болар үшін садақа берге керек, мұхтарам қардашылар. Сүннәт. Шоңа көрә теге хәзрәт садақа сырай деп уйламағыз, шулай бит инде. Теге хәзрәт садақа сырай деп уйламағыз, просто берегіз сіз аны. Уйламайша ғана, шулай бит. Әмма Пәйғамбәрібіз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе: "Хәр бір буыннан түләргә керек садақа". Мен бу буындан садақа берилмәсә, кеше авырый башлый. Һәр бер буын, һәр бер суставтан садақасы бар икән үзенең. Нинди садақалар? Кин сайын моны эшләргә кирәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Кулле яумин татлугу фихи шәмс". Ягъни атнага бер тапкыр гына түгел. Шулай бит. Кин сайын шушы садақаны бергә кирәк дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм санап күрсәтә, садақага нәрсәләр кергән. Тағдилу бейне сінейне садақа. Екі кіші арасында кішілердің дұстылаштырсаң, бұл садақады. Кішілердің дұстылаштыру, мінәсәбәтлерін шылай бет, яқшырту, бұл садақады. Пәйғамбәрі біз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтті. وَتُغِينُ رَجُلُ فِي رَبَّتِهِ فِي دَبَّتِهِ وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ صَدَقَةً. Кішіге де хайуаны білен болырсаң, кішінің ілік хайуанына отырып берген кішілер, мәселен, аузыңнан тұтып тұрсаң, шылай бетін башыңнан тұтып тұрсаң, ол бек жайлы. Әгер де кішіге отырға, чергі жайлы шылай бетінде. Шылай оқ, әгер де шыл хайуанға бірерінде әйбірін тигерге болырсаң, бұл шылай оқ садақа деп Пәйғамбәрбіз саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Вәл кәлимәту тайибәту садақа. Яхшы сүз садақа ди. Матур сүз кішілерге әйтілген шылай бет. Ва бикулли хатватин тәмшиха илә саляти садақа. Намазға барған сайын сиңа садақа болады. Шуңа көре шушы профилактика үшін мәшеткә йөрергә ярыймы, юкмы дигәндә, анда бит кеше җыела. Мәшеткә килергә мөмкин, әгәр син авырмасаң үзең инде шулай бит. Һәм килгән сиңа, килгәндә Алла бирса, шулай ук садақа савабы язылып бара. Шушы буыннарыңнан бирелә торган садақа. Ва тумитул әза ани тариқи садақа. Һәм юллардан берән инде пычрақны, яки берән инде кешеге кымачалу торган әйберне алып кую, ул шулай ук садақа. Хәзер бу бик актуаль. Кыштан соң юлларда чүкчар бик күп. Қай вақытта тақталар, бұруслар ята, трасса ортасында шулай бит тоқта, алып қойдың, мына сенің садақа, мына сенің Пәйғамбәрбіз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзләрен үтәу. Мына бұларны эшләмәсәң, мұхтарам қардашлар, нәрсә була? Бұларны эшләмәсәң, кеше ауырый башлый. Буыннарыннан садақа чыкмағач, буыннар ауырта, сәләмәтлеккә зыян килә.
Күргенебізше, бұл сөзлерді кішіге ердем тұрында бік көп сөз бара. Кішіге ердем ете үшін, мұқтарам қардышлар, бұл қарекет керек. Күргенебізше, мұнда көп нәрсе қарекет білін дейді. Демек, қарекетленсен, сен шулай оқ ауырмайсың екен. Біздің көп ауыруларымыз қарекетленмеу арқасында. Шынки қарекет жоқ. Машинаға отырып береміз, шулай бет. Үйге қайтқаш отырабыз, хатта ятабыз деп айтегенде, мәшке келсек отырабыз, ішке барсақ отырабыз. Бүгін көп нәрсе отырып ішлені. Бүгін біздің ең қарекетте болған әйберлер бұл бармақтыр. Әйе, ең қарекет ететірген шушы бармақтыр, шулай бет. Қайбір профессионалардың бұл бармақлары ұзынырақ бола, қам йоқарақ бола. Нәрсе әшін? Телефон татар әшін, шулай бет. Ең қарекет ететірген әйбір бұл. Демек, өлгеннен соң да бұл бармағың сәлемет бола әлі сен. Қалған жерің енді сәлемет болмай. Нәрсенің үшін мұхтарам қардышлар, әлбетте сәлемет болар үшін, демек, қарекет керек екен. Әлбетте, шоңа көрі де кеңеш етесің келе, спорт білендер шығырленірге. Әгер де сіздің енді, мәселен, кішіге болышыр қалегіз жоқ екен, мүмкіншілігіңіз жоқ екен, шолай бет, бүгінгі күнде бет әлі болышыр кішілеріне де табырға керек, іздесең баралар, шоңа көрі қарекет әнерге бола спорт білен шығырленіп те шылай бет. Жеяу еріп те, қаядыранда спортзалға барып тайындым, әлбетте мүсілман қағидаларын өтеп деп айтегенде. Міне шолай етіп, қарекет, мұхтарам қардашылар, бізге шолай оқ сәлеметтік ердәм ете. Әгер де енді қарекетіні де, сауапыны да бірге қошсақ, міне бұл кішіге ердәм етсек, екісін де аламыз. Екісін де алашақпыз шолай бет. Әгер де енді сен, мәселен, бүгін қонаққа барып келем әлі деп шығып кетесің, достың яныңа бір екі остановка шолай бет, үш остановка. Жиі барып қайтсаң шоны, міне сенің қарекет, міне сенің сауап табуы. Әгер де енді сен кімгәдір кіріп, үйлерін жиыштырып шығам десең, мәселен, Әбу Бәкір радиаллаһу анху кебек шулай бит, бір соқыр әбіні күн сайын келіп, үйлерін жиыштырып, аларға ашырға пішіріп кетсең, халиф болғаннан соң да, ол халиф әлі шулай бит, президент, шулай да келіп, ярдәм етіп, үрей қарекет қыла, міне бұл да сәлеметлік, мұхтарам қардышлар. Шоңа көрі әзілеген шырақта, мұндай сәлеметлік шараларын табырға бола. Мына Аллаһ тағала әйтті, бисмиллаһир-рахманир-рахим, уатағабану ғалел-бирри ваттақва. Бір-бірігізге болышығыз, изгілік қылыр үшін де. Бүгінгі күнде бік көп, мәселен, изгілік тұрында көрірге бола соцсетлерден. Мәселен, язалар. Машина керек ризық таратырға. Машина керек, мәселен, мұнда кімдердің алып барып қайтырға. Бұлар да қарекет, мұхтарам қарашылар. Отырып қайтсаң да, сен машинаға әйбір тиерге керек, шығарыға керек шолай бі. Бұлар шолай оқ. Қарекет, хәм әлбетті әйінде шулай ақ өз сиратында бір сауап бола. Әгер де шондай бір мүмкіншілік бар екен, қаядыр ярағырақ жерге барып, сауап ішлеп қайтырға. Пайғамбары саллаллаһу алейһи ва саллям тағын бір хадисіне тұры келе. Пайғамбары саллаллаһу алейһи ва саллям айтты, сәфәр қылығы сәлемет болырсыз деп. Сәфәр қылығы сәлемет болырсыз. Бір жерде ғана отырмағыз. Яғни сәфәр қылығызды, ерегіз, харакатланыңызды. Шулай сәлемет болырсыз деп. Соңа көрі біз тағын шушы хадиске һәм сүннәткә тұры келәчәк, үз мұхтарам қардашлар. Һәм шулай ук инде менә шушы Қарекетіні, сауапыны нечек табырғасың дейсәгіз, аны қарарға керек қардашларыңға. Қардашларыңға бірер ердем керек төгілмі? Бірер нәрсе ішлерге керек төгілмі қардашларыңға? Мұқташ кішілер бүгін қайран, көп шолай. Кімдер ерт сала, кімдер иінде шықыр қазып маташа, канализация шықыры мінаха жекен ішлер башлана, қыш күні кімдер қар кірей, шолай бетінде. Аларға шушы рәуішлейтіп, ердем етіп, син өзіңе де қарекет бола, хам шулай оқ кімгәдір тағын яқшы бола. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Мәсәлүл муъминина фи тавадихим ва тарахумихим ва тағатуфихим мәсәлүл жасад." Мүминлердің мысалы бір-бірсіне болған махаббат яратуда, бір-бірсіне көрсеткен рахим шафқатта, йымшақлықта ол дей тән кебек дей. Тән кебек дей. Тән нинди мысалда? "Идаштака минху гадун", әгер де біздің тәнімізде бір буын яки бір ағза ауыртса дей, тәдәғ әләху сәйір үлжәсәді біз сұхрей өл құммі. Бітін тәнді шушы ауыртуға температура білен жауап береді. Әгер де сенің бармағыңа ине кірген екен, шылай бет, бұ ине қазір ұзақ болса, өлік жиылса, температурды көтерілер шылай бет, Алла сақпасын, гангренада кетірге мүмкін. Бұ бітін тәнге тәсір еті. Шынки қан шыннан ері, қан бұзала. Бұ бітін тәнге тәсір еті. Демек, бұл ағзаны еке кесіп аларға керек, еке аны дауаларға керек. Лекен сен аны иқтибарсыз қалдыра алмайсың. Мына мында да шулай. Бір мүсілман қардашқа ердем керек болса,
син аңа ярдәм итәсең икән, син бөтен җәмгыятькә, ягъни бөтен тәнгә ярдәм иткән кебек, бөтен мусламаннарга ярдәм иткән кебек буласың. Мусламаннарның хәлен җиңеләйтәсең. Әгәр син аны калдырасың икән, ул авыру булса, ул зәгыйф булса, калган мусламаннар да авыру һәм зәгыйф була мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә, әгәр дә хәрәкәт кылырга, шушындай изге эшләр эшләргә, садака бирергә дип изләсәк юлларын табырга була мөхтәрәм кардәшләр, мохтаҗ кешеләр. Әмдә ки шушы ярдәм эзләп йөрүче кешеләр бүгенге көндә Аллага шөкер шулай ук бар һәм җитә. Инде иншаллах мөхтәрәм кардәшләр русчада сөйләп китик. Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о хороших благих делах, но с привязкой к здоровью. Потому что сейчас такой момент, насчет здоровья много говорят, и очень актуальный момент, да, распространяется коронавирус, так называемый, от которого уже многие умирают. Умирают пока люди старшего поколения, так как у них ослабленный иммунитет. Но я думаю, что и у молодых людей сейчас тоже ослабленный иммунитет, и тоже это может быть чревато при заражении. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, меры предосторожности надо соблюдать. Надо очень серьезно соблюдать сунну, чтобы не повредить иммунитет. Это значит и правильно питаться халяль. Это значит мало есть, потому что когда много ешь, болезнь развивается лучше в организме. Вы знаете, почему, когда человек болеет, пропадает аппетит? Это защитный механизм организма. Не надо, поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не заставляйте есть больного человека, его Аллах Тааля кормит. А мы что ему говорим? Тебе надо есть, тебе надо есть. Да? Суем ему эту бульон куриный, как будто он исцеляет все болезни, так скажем. Да? Наоборот, то есть этому человеку он должен сам контролировать. Хочет есть, пускай ест, не хочет, не ест. Это как бы защитный механизм организма. Видите, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал об этом, а у нас наоборот, к сожалению, делаются. Поэтому, как профилактика, нужно меньше есть, чтобы уже сохранить свой организм. Также соблюдать сунну по гигиене, мыть руки до еды, после возвращения домой. Не обязательно с мылом, потому что мыло не убивает бактерии. Мыло помогает смыть эти бактерии только. Мыло не убивает бактерии. Помогает смыть быстрее. Поэтому, если вы будете чаще мыть просто простой водой, даже если мыла не будет, эффект будет такой же. Эффект будет такой же. Иногда мыло даже вредно. Он смывает еще и полезные бактерии, которые нужны нам в руки. Поэтому после мыла мы можем ощутить какой-то, то есть дискомфорт. Сухость там или еще что-то и так далее. Вот. Поэтому такой момент тоже есть. Полоскать рот и нос при тахарате, то есть это делать тщательно, грамотно, как по сунне. Полоскать горло, не только рот, да. Воду как можно больше пускать в носовую полость, чтобы вымывать оттуда все нехорошие вещи, да, все нечистоты и так далее. Вот это, то есть тоже, дорогие друзья, старательно надо соблюдать. И, конечно же, чистить зубы тоже мисваком, потому что щетку мы с собой носить не можем. Жевательная резинка – это только в рекламе помогает. На самом деле это не помогает очистить зубы, да. Надо вот поэтому при себе можно иметь мисвак, чтобы почистить зубы, например, после еды там и так далее. Вот эти все гигиену тоже надо соблюдать. Если вы болеете, то лучше не заражайте никого. Если чихаете, надо чихать либо так, прикрывшись одеждой, платком, либо рукой. То есть это вот мера профилактики по сунне, которую сказал нам велел Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. По сути, любой мусульманин должен это знать и соблюдать. Ну и, конечно же, ходить в челме. С чем это связано, вы скажете, ходить в челме? Когда вы умрете, челму вашу размотают и похоронят. Это используют как кафельник. Да. Это уже самый экстренный случай. Это когда врачи рекомендуют, когда идешь к врачам, да, они рекомендуют, вам надо идти в санаторий, грязелечением заниматься. Говорит, а что поможет? Нет, но будете к земле привыкать. Здесь тоже будете ходить в челме, помогает. Не помогает, но зато похоронить уже есть в чем. Да? Уже кафельник будет при вас. Это, конечно, юмор мусульманский. Таким образом, дорогие друзья, конечно, это все надо соблюдать. Но соблюдать надо еще и другое. Надо делать хорошие, благие дела, чтобы укрепить свое здоровье. Оказывается, они
между собой связаны. И связаны они, дорогие друзья, очень серьезно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что с каждого нашего тела, кусочка тела, сустава нужно давать садака. Оказывается. Садака нужно давать у суставов садака. Это садака, когда ты даешь движением. Человек создан для движения. Если он не шевелится, не двигается, он автоматически заболевает. Вот когда человек, например, лежит просто, болеет. У него болеют ноги, и поэтому он вынужден лежать. Уже потому, что просто лежит, у него развиваются другие болезни. Пролежни появляются сразу же, да? Кровь неправильно циркулирует. Появляются проблемы с легкими, отек легких, потому что легкие наши должны дышать полноценно. Там начинается вода собираться. Когда лежит человек, для него это уже следующая проблема. Хотя болят только ноги. Больше ничего не болит. Поэтому, дорогие друзья, долго, много лежать тоже не рекомендуется на самом деле. В этом плане у нас мужчины чаще болеют. Потому что у них любимое место – это диван. Да? Пришел, лег в удобную позу, а жена там что-то готовит, шевелится. Вот поэтому они меньше болеют. Вот они поэтому дольше нас и живут. Вот. Да. Убийца мужчин – это диван, так скажем, да? Поэтому это тоже надо как-то проследить за этим. Наше движение. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи вассалям сказал, что наш любой сустав, он нуждается в садака. Должен давать садака из них. Каким образом? Естественно, деньгами и хазрату это не обсуждается. Да, это не обсуждается. Это уже известный всем факт. Потому что без этого никак в любом случае. Но это не из хадиса, конечно же. Да. А в хадисе говорится так. Кулля яумин татлугу фихи шамсу. Каждый день, когда восходит солнце, надо давать с суставов садака. Каким образом? Если ты, говорит, миришь людей, поссорившихся, это садака. То есть это считается садака тоже. Когда ты помогаешь кому-нибудь с его верховым животным, или поднять туда что-либо, посадить его, то это садака. То есть если вы в автобусе уступили место кому-нибудь, да, за это будет садака, это будет саваб. Поэтому по сунне не надо прикидываться спящим, когда рядом стоит бабушка. Да? Вы лучше вставайте, да, уступите ей место, вы получите саваб, она будет очень довольна, как бы, да, так, каким образом. И для ислама еще одна реклама будет. Валькалима тут таиба. Хорошее слово – это тоже садака. То есть, когда ты говоришь хорошие слова, ты делаешь садака из своего тела. Соответственно, когда ты говоришь плохие слова, ты вредишь своему телу. И, соответственно, твой организм, он может еще и заболеть. Это доказанный факт, дорогие друзья. Мы знаем, как в Японии экспериментировали с водой. Поставили 3 бутыля воды, и этот один японец там каждый день говорил хорошие слова. В одну бутылку воды, ну, туда он положил семена, в каждой из них. Во вторую бутылку он вообще ничего не говорил, в третью бутылку он ругался. И вот где он говорил хорошие слова, то там семена проросли. А где он ничего не говорил или говорил плохие слова, там сгнили семена. То есть хорошее слово, оказывается, меняет состав воды. Мы состоим от 60 до 80% из воды. Соответственно, мы меняем свою структуру, когда говорим хорошие слова. Почему в России все болеют? Все, потому что все матом ругаются. В Америке, когда что-то случается, они говорят, о, Иисус, да? О, Иисус, они говорят. О, май гад, они говорят. А у нас что говорят? Твою, да. Чью-то маму они сразу же. В этот момент. Поэтому, конечно, там люди здоровы не из-за медицины, а из-за того, что они, о, май гад, говорят. Да? А мы болеем как раз из-за этого, вот из-за этих всех плохих слов, дорогие друзья. Поэтому плохое слово действует на нас, на наш организм губительно. Это и сунны. Потому что валькалима тайба садака, если хорошее слово – это садака, значит, плохое слово – это вред получается. Вабикулли хутватин тамших или саляты садака. Когда ты идешь на намаз, за каждый шаг будет даваться садака тоже. Как садака запишется.
каждый шаг, когда ты идешь на намаз. И когда ты убираешь из дороги какую-то неприятность, да, которую причиняет людям, это тоже записывается как садака. Мы видим, что все эти вещи, они связаны с движением человека. Поэтому мы получаем посредством движения нашему телу, так скажем, здоровье и получаем хорошее расположение духа. Дорогие друзья, Аллах Тагаля, Он создал наше тело и лучше знает. И лучше знает, что, как обращаться с этим телом. Поэтому Аллах Тагаля, Он подчеркивает и говорит, Бисмиллахи Рахмани Рахим, Санурихим аятина фил афаки ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаху аль-хак. Мы, говорит, показываем свои знамения, говорит, Аллах Тагаля, в разных частях света и в вас самих мы создали знамения, чтобы было ясно, где истина. Когда человек посмотрит на себя, посмотрит на хадисы, на аяты, на то, что мы сейчас рассказали, да, а я сейчас рассказал же не из медицины, я сейчас рассказал из хадисов, медицина лишь это подтверждает. Не мы подтверждаем медицину, а медицина это подтверждает, то, соответственно, мы видим, где истина. Что вот она, написанная истина Аллахом Субханаху ва Тааля, и вот мы получаем через это для себя благо. И также Аллах Тааля говорит, обращая внимание на наши части тела, и говорит, Бисмиллахи Рахмани Рахим, «Валя кадирина галя аннусаву я банана». Мы, говорит, судный день сделаем их кончики пальцев ровными, то есть такими, какие они были. Кончики пальцев раньше люди не понимали, о чем идет речь. Идет речь о отпечатках пальцев. То есть, когда мы восстанем из земли, наши отпечатки будут такими же. Аллах Тагаля все у вас создаст. Было бы проще, конечно, гладкими сделать. Да, но Аллах Тагаля даже вот это, отпечатки пальцев нам, Аллах Тагаля воссоздаст у всех такими же, как они были, то есть разными. Поэтому без документов, даже если мы придем в судный день, там будет известно, кто есть кто. Это не проблема. Да, это не проблема. Дорогие друзья, мы должны быть благодарны Аллаху за наше здоровье. И вот это то, что мы перечислили, садака, это есть благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля. Если ты ничего из этого не делаешь, то ты не благодаришь Аллаха за свое здоровье. И, соответственно, ты получаешь потом из-за этого болезнь, вред получаешь. Аллах Тагаля говорит, Бисмиллахи Рахмани Рахим, «Фумма латусалюнна йаума идзин анин наим». Вы обязательно будете спрошены о благе. О каком благе? Ибн Аббас, рады Аллаху, говорит, что благо сюда входит и здоровье тоже, и слух, и зрение. Вы будете, говорит, об этом спрошены. Что вы делали с этим здоровьем? Сегодня, к сожалению, здоровье люди губят. Например, есть очень здоровые, сильные люди. Чем они занимаются? Хорошо, если они занимаются спортом, но кому это пользу приносит? То, что он самолет тащит, например. Поезд тащит. Или через него едет, машина проезжает. Кому это пользу приносит? Прицепил бы он к себе плуг. Вот это польза. А то, что самолет сдвинул, это разве польза? За это будет спрошено. С одной стороны, он занимается вроде бы хорошим делом, да? Но за это тоже будет спрошено. Ему скажут. Что ты делал со своим здоровьем, которое я тебе дал? Это не только их заслуга. Это Аллах Тааля дает. Есть люди, которых как ни качай, они такую силу не приобретут. Есть здоровье от Аллаха, сила от Аллаха. А что он скажет перед Аллахом? Я самолет его сдвигал, да? Поезд таскал с волосами, да, на волосах. А зачем? Зачем? Кому-то? Кому какая польза? Ты с толкача самолет тут завел бы, да? Вот польза была бы какая-то. А так просто сдвинул и все. То есть даже вот о таких вещах будет спрошено. Есть силы, ты должен ими пользоваться, этой силой. Значит, ты должен кому-то помогать. Не просто ходить. Иногда, конечно, у нас, когда силы некуда девать, что мы делаем? В драку ввязываемся. Чтобы показать, насколько ты сильный, да? Это тоже, естественно, за это будет спрос. Поэтому, естественно, надо обо всем об этом думать и за это будет спрошено. Поэтому Раус Алсалям сказал, первое, за что будет спрошено в судный день, из благ имеется в виду, не в общем, а из благ, которые было дано человеку, это, говорит, будет спрошено о его здоровье тела. И будет спрошено, то есть,
Что ты делал с этим телом, которое мы дали тебе здоровым, и которое мы поили хорошей чистой водой, прохладной водой? Что ты делал с этим телом? Аллах Тааля спросит. Это первое, что спросит из блага. Не деньги, не имущество какое-то, да? Не дети, не жена, а именно со здоровья начнут. Первым спросит, конечно же, намаз, но когда вот дойдет до благ, которым человек наделен, спросит, оказывается, о здоровье. Что он с этим делал? И также Аллах Тааля нам велел, чтобы мы его благодарили. Благодарили. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва иза атана раббукум ля ин шакартум ля азиданнакум. И поистине, говорит, ваш Господь возвеличит вам, если вы будете это, его благодарить. Вот это все то, что мы перечислили из наших суставов, которыми мы даем садака, это благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля. Однажды Абу Зар ради Аллаху Анху рассказывал. Каждый день, говорит, каждый сустав требует от человека садаку. То есть надо давать садака с каждого сустава. За каждую молитву, говорит, намаз, когда читаешь, это садака. То есть наш сустав нуждается в намазе. Пост, ураза – это садака. Хадж – садака. Тасбих – садака. Тахмид – садака. Весь зикр, все поклонение – садака. Помимо того, что мы перечислили, помощь людям, да? Поклонение – это тоже садака из наших суставов. Абу Муса добавил, если он всего этого не делает, то пусть не делает зла, и это будет садака. Поэтому, если ты хочешь быть здоровым, ты должен придерживаться религии. Это, оказывается, вот напрямую связано. А как же с теми, кто религии не придерживается, но все равно здоровые? У них действует другой принцип. Они не делают зла из-за этого здорового. Если они будут делать зло, люди, которые намаз не читают, например, да, будут совершать зло, они тоже будут больны. Они будут больны. Поэтому, чтобы им не быть больным, не надо делать зла или чего-то плохого. Вот это сохранение здоровья тоже сюда относится. Видите, какую связь, какая связь есть? Если человек, мусульманин, например, намаз читает, поклонение делает, выполняет, но еще и зла не делает, он вдвойне здоровый. Он вдвойне здоровый. И здесь мы видим уже связь с другим аятом, где Аллах Тааля сказал, что один верующий стоит десятерых неверующих. Здоровье в нем в 10 раз больше. Сила в нем в 10 раз больше. Не просто из-за имана, а физически еще оказывается. Понимаете как? Все как связано между собой при детальном рассмотрении. А если неверующий, например, какой-нибудь или несоблюдающий хочет быть здоровым, то ему не надо делать плохих поступков. Если он будет делать зло, творить нечестие, то тоже будет больным человеком. Вот это тоже, дорогие друзья, можно порекомендовать. Например, если кто-то заболел, ему можно сказать, покайся в грехах, не делай плохого, встань на намаз. Он скажет, что я выздоровлю, что ли? Есть такие онкологически больные, которые говорят, вот сейчас встану на намаз и выздоровлю. Может, не выздоровешь, но, по крайней мере, умрешь мусульманином. По крайней мере, это тоже хороший исход. То есть, по крайней мере, ты уйдешь чистым, так скажем, да. И про чалму, поэтому не забывайте. Пришли к безнадежно больному, подарите ему чалму. Он скажет, зачем, что это скажет? О, это знак величия, это знак уважения, знак знающих людей, да? А потом родственникам шепнете, когда умрет, заверните его вот в это, скажете, да? Ему скажешь, обидится потом, да? Есть такой анекдот, на татарском он звучит более такой интересный. Один человек лежит в больнице. Ему плохо, очень плохо. И врач выходит к родственникам, друзьям и говорит, ему, говорит, плохо, не расстраивайте, говорит, его. Побольше, говорит, с ним хорошо разговаривайте на хорошие, позитивные темы, говорит. То есть не надо вот этого негатива. Заходит к нему друг, говорит, о, вали не халяр, улипуламады. Ну, позитивно же, да, правильно. С хорошим настроением сказал. Вот поэтому, естественно, уже что говоришь, тоже важно. Не просто позитивное настроение. Хотя вот настроение, дорогие друзья, тоже влияет, иншаллах, на здоровье. Видите, то есть, да, мы можем рассказывать здесь про бинты, про лекарства, про врачей и так далее. Но мы рассказываем про более действенный способ сохранения
здоровье. Поэтому, если, иншаллах, будем придерживаться, то Аллах Тагаля нас сохранит. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الخاطئين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء. Дорогие друзья, иншаллах, сегодня тоже будет урок в 7 часов вечера, как обычно, но, скорее всего, после намаза. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من صلى عليه وصام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من قعد عليه وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاقتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا معهم واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين جمال رمضان كريم.